Голые люди. Что это может быть не там Рита, что ли, пошла? Я в машину не пущу. Вот иди! Браво! Ничего. Смотрите, пусть умные посмотрят. Тёплый надо, да? Классно. Я думал, что я умник. Давайте, тут вот челюсть. Какой? Тут вот, знаете, есть, вот если челюсть открыть, палец провалится. Проваливать? Да. Вот пожмите сильно туда, это вот вся невысказанность, вся движуха. Где вы там, знаете, челюсть зажимаете. А когда ты так делаешь, тебе больно или нет? Да, больно. Быть больно. Ага. Это нормально, когда больно, да? Ну это не нормально, ну типа, это значит сильно зажат. Надо высказаться. Напрямую. Голову глубоко, да? Давайте. Ой, вдыхаем всех комаров. Давайте. Закрываем. Руки на сердце. Глубокий вдох. Медленный выдох, думаю про цель. Глубокий вдох. Вспомни одну ситуацию, за которую ты благодарен в своей жизни. В сегодняшний день или вообще. Ситуацию, за которую ты говоришь спасибо своему миру. И скажи вслух или про себя. Мой мир любит меня. Мой мир любит меня. Мой мир заботится обо мне. Мой мир заботится. Мой мир выбирает для меня все самое лучшее. Мой мир выбирает для меня все самое лучшее. И сейчас я вместе. Кайфуем! Все, пока! Обнимашки! Обнимашки! Игорь! Ну что, пока! Всем Петюня в Инстаграме бесплатно! А кто? А, Макров? Александр Макров, мой наставник.